Здесь роллы запекаются. Грязные стены, отсутствие товарного соседства и черное масло во фритюрнице. На этой кухне у проверяющих сразу пропадает аппетит. Маркировки тоже у вас нет, да? Нет, у нас маркировки нет. Вы понюхайте его. У него нюх такой должен быть, запах. Популярность доставки суши и роллов на дом набирает обороты. Однако, по словам общественников, клиенты порой не подозревают, кто и в каких условиях готовит их любимые блюда. Дарья заказала роллы на дом, а через пару дней оказалась на больничной койке под капельницей. Поднималась температура до 39,3, падало давление, я теряла сознание, потому что была очень сильная слабость, диарея, тошнота, головная боль. Девушке диагностировали сальмонеллез. Сейчас она проходит лечение в 40-й больнице. Сюда же с подобными симптомами поступило больше 20 человек. По словам пострадавших, все они были клиентами одной службы доставки. В ходе проведения эпидрасследования на объекты выявлены многочисленные нарушения санитарно-эпидемиологического законодательства. Составлен протокол о временном запрете деятельности ресторана доставки и протокол об административном правонарушении. Материалы направлены в суд. Но пока служба доставки продолжает работать, по телефону оператор заверяет, у них все по санпину. У нас никакой информации нет о том, что поступали жалобы по поводу отравления. Все торговые точки работают в прежнем режиме. Однако во время проверки Роспотребнадзор обнаружил отсутствие маркировки, грязь на кухне и работников без медицинских книжек. Рассмотрение дела о временном запрете деятельности службы назначено на завтра. Добиваться справедливости намерены и пострадавшие. В случае конкретно вот именно Дарьи, да, то есть мы планируем все-таки обращаться за судебные претензии, да, в том числе сейчас Следственный комитет проводит материал проверки, да, то есть, возможно, действия сейчас будут установлены и в рамках уголовного законодательства. Да. Девушка намерена получить компенсацию от службы доставки. На восстановление здоровья может уйти больше месяца. Софья Чугайнова, Полина Ивина и Василий Тулинов. События ОТВ.